ваше настроение до дрожи. Жами рассвет растопит мысли, но оставит
Стираешься словами героя повесы. Прощается бред, уставшая от осень ушла в уголье. Come on!
Сначала нежность. Сказанных слов и фраз.
світофор против нас. Закрыто вижу глаз. Отпили меня твоих раз. Машины, улиц, свет, погас. Все светофоры против нас. От тебя, от меня до тебя. Столько несказанных слов и фраз. Yeah.
твоими красками, моими сказками, как подолеями. Солнце, ты мое солнце, солнце. Как состоялось знакомство групп N-Rise и группы Картуш? Как состоялось знакомство группы N-Rise и группы Картуш? Очень необычно состоялось знакомство. Может быть, мы спросим это... Да. Может быть, мы спросим это у Андрюши и Лизы? Поднимайся на сцену! Елизавета, скажите, пожалуйста, как состоялся знакомство группы N-Rise с группой Картуш? Мы, кажется, с вами уже виделись. С группой N-Rise я познакомилась совершенно случайно. И с группой Картуш тоже. И совершенно случайно их познакомила. А я, может, еще не познакомила. А вы знакомы, кстати, с N-Rise? Группа Картуш здесь есть еще? Ну, где она? Картуш! Где она вообще? Кто-нибудь из Картуш? Андрей Вертузаев, можно вас опять на секундочку? Подождите, вот сейчас исторический момент, ибо сейчас состоится знакомство группы N-Rise и группы Картуш. Вот так вот состоялось знакомство группы N-Rise и группы Картуш! Поздравляю. Исторический момент, действительно. Вы играете рок-музыку. Что для вас рок-музыка? Рок-музыка — это наша жизнь. Это наше все. Это полет души, да. Что для тебя это, Вадима? Это самоотдача, самореализация. И это во многих смыслах душа. И действительно, как правильно заметили мои коллеги, это жизнь. Так, ну, исторический момент. Я объявляю победителя сегодняшнего фестиваля, который в качестве приза получает возможность выступить на разогреве у группы «Картуш» в ближайшее время. Так, тишина. Это группа «Амальгама». Сцену.
Reaching some the land of desert plains. They will not. А ви хлопці. Belong to you. For 8 years, and you listen with your heart. Silent little burn a sacred flame, bringing into feeling blue. If it shows that we need look for again. Yeah! Many days for a long time. We were suffering endless pain, but we still search our gold line. Ready every morning, ready to start again. It's a message. Breathe it nice. Hear all my scream. All man's fight shall forever win. It's your ass. Breathe it nice. Every promised land. See the end. Спасибо! До новых встреч, друзья! Спасибо, ребята! Следующий концерт группы «Амальгама» состоится 8 июня в клубе «Тень», метро «Павелецкая». Улица Дербеневская, дом 20. Это клуб, который принадлежит Андрею Ковалеву. Ура! Может, вы слышали, группа «Пилигрим». 8 сентября, пожалуйста, приходите. Ну и, конечно же, следите за анонсами на нашем сайте. Спасибо большое группе «Картуш» за то, что устроила сегодняшнее мероприятие. Спасибо большое всем вам. До новых встреч! Yeah!